Катюша, что ты делаешь? Ты сказала, нам нужны домашние тренировки. Угу. И что ты тренируешь, милая? Силу воли. Сразу сложный уровень. Ай! У меня уже все болит. Что у тебя болит, Катюша? Очень болит душа. Катюш, но это не домашние тренировки. Сейчас покажу тебе, как выглядят настоящие домашние тренировки. Заходишь в приложение «Спортмастер», открываешь сервис онлайн-тренировки и тренируешься бесплатно с топовыми тренерами и без рекламы. Вау! А это убери, Катенька, пожалуйста, потому что я натренировала все, кроме силы воли. Я тебя спасу, милая. Быстрее, Катя. Ага. Катя, ты не помогаешь, Катя. И шампанское, Катя.